История, архитектура, искусство и многое другое ждет вас в нашем проекте «Культурный слой». Смотрите телеканал РТВ Иваново уже в эту субботу. Из этого выпуска вы узнаете, какие еще интересные арт-объекты появятся в Иванове. Гость нашей программы Владимир Шарыпов. А еще мы заглянем в мастерскую художницы Нине Бахтигиряевой. Расскажем, какой необычный предмет всегда брал с собой в дорогу Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой. И познакомимся с образцовым фольклорным ансамблем «Махоня».